В жизни Анны Седоковой началась по-настоящему белая полоса. Судя по всему, певица пришла к соглашению с секс-мужем Максимом Чернявским. Ни для кого не секрет, что у Анны Седоковой сложные отношения со вторым экс-мужем Максимом Чернявским. Несколько лет назад дело дошло даже до суда, впоследствии чего их общая дочь Моника, как гражданка Америки, лишилась права проживать с мамой в России и осталась папой в Лос-Анджелесе. Кроме того, обоим родителям суд запретил выкладывать фотографии девочки в соцсети. Время шло, и поклонники Анны довольствовались лишь какими-то рассказами о том, какой растет ее младшая дочь. В 2022 году Моника отпраздновала уже 11-й день рождения, совсем взрослая. Неизвестно, сколько бы еще продолжалось, но накануне нового 2023 года случилось настоящее чудо. Судя по всему, Анна и Максим наконец-таки заключили мировое соглашение. Иначе как объяснить тот факт, что Седокова запостила фотографии с дочерью? Давайте в данном видео посмотрим, как изменилась Моника за эти годы.